Андрей Виноградов родом из деревни Горма. Ныне это территория Спировского района Тверской области. Рос в крестьянской семье. В 1938 году его призвали в Красную армию. Андрей Виноградов окончил полковую школу как раз к тому времени, когда начался военный конфликт с Финляндией. Наш земляк стал командиром отделения связи 123-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта. Война с Финляндией складывалась не так победоносно, как планировало наше командование. Холодная зима, противник, который умел обороняться. Во время боев с финнами Андрею Виноградову не раз приходилось, рискуя жизнью, восстанавливать связь между батальонами и полковым штабом. Особенно трудно пришлось 7 марта 1940 года во время боя на станции Тали. Несколько раз под массированным огнем противника Андрею Виноградову приходилось восстанавливать прерванную связь, однако он сумел сделать все, чтобы наступление нашей армии не сорвалось. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года младший командир Андрей Виноградов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Когда окончилась война с финнами, наш земляк Андрей Виноградов поступил в военно-политическое училище, а затем в военно-политическую академию. Когда началась Великая Отечественная война, наш земляк был заместителем командира батальона связи. Он прошел всю войну до конца и только в 1945 году после победы был уволен в запас. Однако мирная жизнь его была недолгой. Андрей Виноградов умер 20 июля 1947 года. Его похоронили в селе Белый Омут, неподалеку от Вышнего Волочка.